Охота на свиней продолжается. В Подмосковье стартовала областная акция «Свинья». Ее цель – поймать за руку тех, кто без зазрения совести выбрасывает себе и другим под ноги бытовой мусор. Грязнуль штрафуют, но самое главное – фотографируют и вывешивают на виртуальной стене позора со специальным хэштегом. Посмотрите на тех, кто ненавидит чистоту, кому плевать на других, а прежде всего на себя. Сегодня в очередной рейд-засаду вышли инспекторы, экологи и наша съемочная группа. Колесили почти по всему району, в зоне внимания остановки, обочины и окрестности мусорных площадок. Удивительно, но оказывается, некоторым несознательным жителям просто лень дойти до контейнера и выбросить мусор точно в цель. Они предпочитают скинуть зловонный пакет где-нибудь по пути. Особенно часто грешат этим дачники. Как правило, это люди, не заключившие договор на вывоз мусора. Поэтому, соответственно, девать им этот мусор некуда. Сбрасывать на остановках, рядом с контейнерными площадками. Чаще всего это жители СНТ, дачники, как правило, жители столицы нашей Родины. И на этот раз пачка приготовленных штрафов осталась нетронутой. Да, мусорные контейнеры были переполнены, но мусорных навалов инспекторы не обнаружили и за руку никого не поймали. Но акция и борьба за чистоту продолжается. Так что призываем, поддерживайте инициативу, делайте замечания, фотографируйте любителей помусорить, отмечайте хэштегом «Свинья» и присылайте нам на почту, она на плазме. Или вывешивайте сами на виртуальную стену позора в Инстаграме. Свинтусы должны превратиться в людей.